Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. В этом видео я подробно расскажу вам, как использовать Chroma Key в программе OBS Studio. Свой Chroma Key я купил на сайте amazon.com. Ссылка на сайт будет в описании к данному видео. Размер данного Chroma Key 1,5 на 2 метра. И в комплект также входит два зажима, похожих на большие прищепки. Давайте сейчас я установлю данный Chroma Key позади своего рабочего стола. В моем случае будет покрыт вот этот вот гардероб при помощи вот этих прищепок. Итак, дорогие зрители, как вы видите, Chroma Key установлен. Я постарался установить его максимально натянутым, чтобы не было каких-то явных искажений, как вмятин или каких-либо других дефектов. Так, давайте сейчас перейдем в OBS Studio, и я вам покажу, как можно его настроить и убрать полностью задний фон. Итак, друзья, как вы видите, мы уже в программе OBS Studio. Если ее у вас нет, вы можете бесплатно ее скачать в интернете. Наверное, вы уже можете пользоваться. Я думаю, что если вы уже задумываетесь об использовании Chroma Key в OBS, то вы уже владеете элементарными навыками и знаете, что такое сцены. Как вы видите, у меня уже добавлена здесь сцена специально под вот это видео. Я создал сцену установка Chroma Key. И, соответственно, после этого добавляются источники, которые мы будем использовать в данном видео. Здесь у меня моя камера GoPro. Использую сейчас в виде веб-камеры. Кстати, в следующем видео я обязательно расскажу, как это делается. Как можно использовать камеры GoPro в виде веб-камеры. Устройство воспроизведения, микрофон, захват экрана, ну и, соответственно, колонки тоже добавлены. Итак, давайте сейчас вот подробно вот посмотрим. Здесь, смотрите, видите, как вы видите, вот веб-камера у меня захватывает намного шире изображение, чем необходимо, потому что, как вы, наверное, знаете, чтобы использовать Chroma Key, нужно сделать так, чтобы на заднем фоне был только лишь сплошной, допустим, один зеленый цвет. Как нам этого добиться здесь? То есть, если мы сейчас выберем, включим вот мою камеру GoPro, то, соответственно, сейчас я это уже выключаю. Так, смотрите, вот появляется такая вот рамочка, да? Я сейчас покажу, я здесь уже настраивал, но я покажу вам, вот, допустим, вот вы видели такое изображение, да, на моей камере GoPro. Чтобы уменьшить до нужного размера, мы нажимаем клавишу Alt, и любую из сторон, вот из четырех сторон, мы можем сужать или наоборот как бы увеличивать. То есть вот я сужаю сюда вот до того момента, чтобы остался только зеленый цвет. Видите, допустим, сейчас я сейчас перенесу в эту сторону, то вот вы можете увидеть, что здесь край чисто зеленый, то есть никаких дополнительных искажений нет, то есть нету ничего лишнего. Соответственно, со всех сторон все полностью зеленое. А теперь что нам нужно сделать, то есть если вы хотите стримить, соответственно, вам нужно расположить данное изображение веб-камеры в необходимое, то есть для вас, место на экране. Например, обычно это используют нижний левый угол вашего экрана, то есть это вот так. Соответственно, размер также можно просто уменьшать до необходимого вам размера и, соответственно, вот просто установить и зафиксировать, если вы не хотите, чтобы потом как-то настройки сбились. Расположение веб-камеры вы можете просто нажать на иконку вот этого замка, и, соответственно, уже не сможете передвигать случайно ваше изображение веб-камеры. А теперь, чтобы использовать Chroma Key, нам нужно просто зайти в подраздел «Фильтры», и здесь открывается, соответственно, изображение веб-камеры, то есть оно полное, то есть, как вы видите, здесь сейчас также часть комнаты, и выбираете здесь, ну, у меня уже выбрано, я выбрал, нажимаем плюсик и выбираете необходимый фильтр. У нас это Chroma Key.
Вот хромакей выбран, выбрали. И если вы сейчас его включите, видите, сразу у меня исчез задний фон, потому что у меня в установке здесь, видите, выбран зеленый. Значит, я бы выбрал другой цвет, допустим, синий, пурпурный или какой-то кастомный цвет, другой парт. Если вы используете какой-то другой оттенок, как бы, да, вы можете по-другому как-то настроить. Но у меня, так как используется зеленый по умолчанию, то, соответственно, сразу же все исчезло. Видите, по-моему, все четко. И, соответственно, здесь можно ползунками как бы сделать более какие-то более четкие, какие-то более тонкую настройку, если так можно выразиться. Но в данном случае, видите, по-моему, результат нормальный, все четко видно. Вы можете даже поставить на паузу, посмотреть, какие у меня здесь циферки на экране, и также выстроить у себя. Вот такое вот получилось короткое видео. Надеюсь, что оно было вам полезным. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк данному видео, если оно вам было полезным. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Также поделитесь данным видео с друзьями, близкими. Может, кому-то будет интересна данная тема. Так, берегите себя и своих близких. До новых встреч!